как вы думаете, какой из этих наборов на моей полке не относится ко вселенной DC? Возможно, вы подумали, что это набор с большим белым Porsche Turbo. И, вероятно, это был бы правильный ответ, но я вам кое-что сейчас покажу. Да-да, это именно тот набор, который мы с вами открывали на стриме. Его я купил именно ради того, чтобы собрать белый Бэтмобиль. В прошлом году мне регулярно в сети попадались его фотографии, и оставалось дело за малым – найти инструкцию и купить. И тут возникла первая проблема. К тому моменту, когда я уже был готов приобрести инструкцию, я не смог ее оплатить, потому что все расчеты с ее автором могли быть произведены только через PayPal. Благо на Авито я быстро нашел посредников, которые оказывали как раз такую услугу. Итак, часть сборки вы видели на стриме, остальное я уже собирал сам. К тому же инструкция была как леговская, понятная и подробная. Главное было найти нужную деталь, потому что для сборки мне необходимо было открыть все пакеты сразу. В целом, сборка мне понравилась. Она была интересной и не скучной, хотя вызывал сомнения крепление для некоторых деталей. Они очень легко отваливались. То есть поначалу фиксация больших панелей происходила за счет одного или двух студов. И только в финальной части оформления внешнего вида автомобиля появлялись дополнительные фиксаторы. Но не всегда. Иногда детали просто не за что было зацепиться. Еще надо быть готовым к тому, что в ряде случаев вы будете идти очень сложным путем, чтобы собрать очень простую конструкцию. И этому есть логичное объяснение. Автор инструкции хотел задействовать как можно больше деталей из оригинального набора. В любом случае скучать вы не будете, потому что часть оформления автомобиля приходилось крепить несколько раз. Ну а теперь давайте еще раз посмотрим на результат. У авто получились очень красивые пропорции. Орудия на капоте могут сниматься. Пусть и скромное, но есть обустройство кабины. С помощью руля вы можете поворачивать колеса. Да, ну и вообще у нас Бэтмобиль Targa Turbo. Как по мне, результат очень крутой. Ну а ты напиши свое мнение в комментариях. С вами был Рома Сторибрикс, подпишись.